Путешествовать любят все, но художники счастливее остальных. О прекрасно проведенном времени они вспоминают не только по фотографиям, сувенирам и магнитам на холодильнике. Помимо всего этого, они привозят из своих поездок еще и картины, которые на протяжении многих лет становятся главным объектом внимания в выставочном пространстве новой галереи. За все вот эти годы, 23 года существования нашей галереи, мы уже не раз делали выставки о путешествиях. Ну, примерно 10 выставок уже было, примерно, может быть, даже чуть-чуть больше. Вот здесь был небольшой перерыв, связанный с пандемией. Вот мы, наконец, решили опять сделать такую выставку, хотя понимаем, что сейчас путешествия достаточно в усложненном идут ритме. Вот. И наиболее интересным нам, конечно, показалось путешествие в Африку, потому что никогда еще у нас не были представлены работы, которые были связаны с этим континентом. Благодаря путешествиям художники развивают свою живописность. Они не устают учиться и открывать в своем творчестве новые грани. Так произошло и с самой юной участницей выставки Машей Потеевой. Ей всего 9 лет, ее родители уже состоявшиеся живописцы. Но несмотря на свой юный возраст, ей тоже удалось ярко заявить о себе своей работой. Я беру пример с моих родителей. У них очень красивые картины. И я захотела рисовать такие же в будущем. Это дом Поленова, великого художника. И это его мастерская, где он как раз рисовал картины. Там очень красиво. И снаружи, и внутри. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Новые города, люди и впечатления – об этом рассказывает экспозиция тамбовских и липецких художников. Каждая работа индивидуальна. У всех свои краски, свои контуры, настроение и ассоциации. Эта работа называется «Утомленные под солнцем Калана». В 2015 году мы с мужем ездили отмечать его юбилей в Таиланд и как бы плавали на пароме на остров Калан. И этот кадр запечатлела я на фотоаппарат и очень давно хотела как бы выразить его в масле. И наконец-то это удалось, и картину взяли на выставку. Экспозиция этюдов и картин о близких и дальних путешествиях стали ежегодной традицией в новой галерее. Для художников эти места уже воспоминания, а для посетителей – возможность совершить свое маленькое путешествие от Чернозема до Черного континента. Елена Хромова, Олег Осипов, Данил Лычко. Область новостей.